26 сентября во всем мире отмечается как Всемирный день контрацепции. Праздник отмечается ежегодно, начиная с 2007 года. Инициатором проведения Всемирного дня контрацепции в городе Ижевске является администрация города при участии благотворительного фонда «Победа» и студентов медицинской академии. И наша работа направлена на самые главные ценности. Ценности, связанные с семьей. Потому что семья, именно целостная семья, полная семья, способна при сохранности здоровья обеспечить нам здоровое поколение, обеспечить нам людей, которые способны в будущем воплотить любую идею. Целью данного праздника является просветить молодежь о запланированной беременности и способах контрацепции, а также насколько важно сохранять себя для того, кто предназначен тебе судьбой. С Катей мы знакомы уже очень давным-давно. До свадьбы мы были знакомы 4 года, но у нас не было секса. И я почти горжусь этим. Сейчас у нас счастливая семья, мы воспитываем 5 детей. С позитивным настроением нам придали. И поняли то, что да, ценность семьи — это в первую очередь самое главное. Да, и здоровье друг друга.